Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас у нас наступило время посадки картофеля. Но перед тем, как его посадить, нам нужно с вами его обработать престижем. Престиж у нас – это универсальный препарат для обработки клубней перед посадкой. Он у нас помогает от карлатских жуков. У многих в начале мая уже будут они сидеть в нашей местности. На нашу картошку они полезут в самый последний момент. Также он помогает от проволочника. Его не ест из-за этого капустянка или медведка. Насколько же все-таки нашего препарата хватает? Здесь у нас 60 мл препарата. И этих 60 мл нужно развести в 600 мл воды. И опрыскать 60 кг картофеля. Смотрите внимательно, в этом году даже появился вот такая голограмма, которую нужно стереть для проверки, действительно подлинный ли наш препарат. И отправить либо смс на номер, или проверить это все на сайте. Вот и смотрите, вот такая у нас баночка данного препарата. Здесь у нас третий класс опасности. Берем с вами воду. В нашу 1,5-литровую бутылку наливаем. Открываем наш препарат. Смотрите, какого красивого он цвета. После чего мы с вами аккуратно наливаем его в бутылку. Но сразу мы воду всю полностью не выливаем. А все из-за того, что весь препарат у нас не вымывается. Мы добавляем немножко воды. Опять с вами закрываем его. Хорошенечко стряхнули. Открываем, смотрите. И весь наш препарат продолжаем выливать. И смотрите, опять у нас еще его немножко осталось. Опять мы его заливаем. И начинаем выливать. И так происходит до тех пор, пока баночка не останется полностью чистой от препарата, чтобы мы не потеряли ни один грамм его. И все, и водичка у нас уже идет белая. И самое главное, вот данный тюбик убрать от детей, чтобы, не дай бог, никто не взял его, потому что это у нас идет фунгицид. То же самое, что яд. Берем, доливаем воду. Вода должна быть не горячей. Все из-за того, что мы сейчас будем обрабатывать картофель. Картофель у нас стоял в гараже. Там температура уличная. Если мы обработаем теплой водой, то картофель перенесет большой стресс. Смотрите, хорошенечко взболтали. И вот такой у нас красивый получился цвет. После чего идем и обрабатываем наш картофель с помощью пульверизатора.